компанию Бар Залба в переводе Белый Аист. Прошу вас, проходите ближе. Будут у вас какие-то вопросики, что-то спрашивать. Но мы перейдем туда сейчас. Подойдите ближе все, чтобы были все в одном стиле, в унисоне. Значит, перед вами макет предприятия. Здесь вся наша территория, около 12 гектаров занимает вся площадь. Комбинат был основан в 1944 году. То есть в этом году, в июне, нам исполнится 79 лет от основания. То есть ни много ни мало, но есть сзади истории, традиции, поколений, которые трудились и трудятся на этом комбинате. Комбинат сейчас полностью государственный, 100% акции государства. И с июля прошлого года еще внесен в национальное достояние республики. То есть у нас на территории Молдовы только 3 компании имеют такой почет и статус красивый. Бар за албумы Белый Аист, Крикова и Мелешки Митя. И все. То есть сейчас мы в здании номер 1, это административный корпус. Пройдем внутрь предприятия, уже территории вдоль этого мини-парка нашего внутреннего. Мы пройдем в здание номер 13, там конячный цех. Там происходят одни из самых главных процессов производства. То есть мы пройдем сегодня с вами весь этап производства. От начала, от А до Я, от начала до конца. Начало сейчас мы поставим. Сначала у нас идет вино, как виноматериал. Белых сортов винограда. Молодое вино не обработанное, ни акидридом, ни сульфом, ничего. Молодое вино осенью мы покупаем у наших партнеров из центра юга страны Молдовы. Белых сортов только белые сорта винограда. И когда есть приемка виноматериала, вот цистерна номер 20, видите, зелененькая. 400 тонн имеет каждая. Они заполняются по заявкам, что мы должны принимать. И как получили весь виноматериал, начинается процесс дистилляции. Спиртокурение, то есть получаем спирт коньячный, который идет дальше в дубовых бочках на выдержке. Вот это старт. И очень важный фактор, потому что мы работаем только с нашими дистиллятами. Не покупаем из-за границы, из Болгарии, из Франции, дешевые какие-то. Только наши. Делаем мы сами. И спиртокурка у нас под зданием номер 17 на макете. Это наша спиртокурка. Еще раз, что это значит спиртокурка? Спиртокурка, там производится спирт коньячный, кондиционный, 70 градусов крепости. Который идет уже дальше у нас в следующий этап. Аппарат самогонный попросту. Да. И спирт кондиционный 70 градусов крепости идет в следующий этап на выдержку в дубовых бочках. И уже после, как время работает, все, идет эволюция, идет процесс выдержки, все это благородство, красота, уже по истечению, сколько лет мы ждем, имеем разные продукты. Прошу вас с этой стороны обратить внимание. Значит, наша компания специализируется на производстве бренди. Бренди вот здесь только, это первая категория. Выдержка от 1 года до 3 лет. Он до 3 лет. Но 1 год минимум, это бренди. И дальше идет от 3 лет, вот, например, троечка тут написана, от 3 лет до, весь ассортимент до 50 лет. У нас 50 лет топовый, топ, высшая гамма, что у нас сейчас, на данный момент. 50 лет коньяк. 50... Есть в продаже. Да, есть в продаже, вот, 50 лет есть в продаже. Весь ассортимент, что здесь, и 15 и до 50 лет, у нас 43-44 имеет градус крепости. Кальвадос, название происхождения как продукта, приходит нам все равно из Франции, как и коньяк. То есть возрождение, где оно появилось, это все Франция. Коньяк где-то с 14 века, кальвадос с 16 века, тоже имеет историю огромную позади. Это благородные напитки,
с выдержкой. Почти все это создало. Именно он любил именно это. Или мы сразу готовы? Ты недалеко стоял? Ну, давайте тогда вот чуть-чуть от аромат. Там уже чуть-чуть. Давай, добро пожаловать в конечный цех. Здесь уже мы вошли где процесс производства уже. Все, здесь работается уже в производстве. Здесь все бочки, которые вы видите, 18 тонн имеет каждая. Но они не ключевые, как в производстве. Эти бочки с 63-го года. И в них хранятся уже готовые продукты. Это то, что звезды. Это где не капает. Если капает, значит мажется и от... не клеем, воском натуральным, где протекает чуть-чуть, да? Они не ключевые, потому что здесь не идет процесс выдержки. Процесс выдержки вот таких только маленьких бочках диапазоном 300-600 литров. Там соотношение золотое как раз нашли наши профессионалы. И то, что наши здесь местные профессионалы наши имеют в виду производство коньяков. Во Франции то же самое диапазон. Потому что сколько дуба рассчитано на жидкость, на количество внутри, понимаете? Потому что здесь 18 тонн и мало дуба, сколько дуба вокруг. То есть здесь, если поставить дистиллят даже, не можем называть процессом выдержки. Только отдыхает, посмотрите, в следующем помещении отдыхает и цистерна, и полированная. Или же, если это обратно в таких же маленьких. В 24-м году будет 60-летний коньяк. Тут дистиллят внутри с 1964 года еще в процессе выдержки еще. И в следующем году будет как раз 60. Это будет новым продуктом топовым. Поэтому я вам тогда и сказал в начале, что 50 это пока. Значит, в следующем году ждем 60-летнего. Вот это из 6 бочек, все что есть. Партия, но зато качество и эксклюзивность.